Всем привет, с вами Тимон 984, и наконец-то я добрался до Ютуба. Я понимаю, вы скажете, последнее видео вышло 2 месяца назад. Какого хрена? Я сдавал экзамены, я, в общем, как-то там то практика, то всё, в общем, у меня вообще не было времени. Короче, сейчас я наконец на каникулах, я добрался, записываю конкретно сегодня. Сегодня у нас 10 июля, и я надеюсь, что 10 июля он и выйдет, этот ролик. У меня скопилось 16 паков, ну и вчера один открыл, пока играл, не удержался. И как-то, не знаю. В общем, у нас много чего в Hearthstone изменилось, очень много. Я, считайте, пропустил целое приключение, целое дополнение. Ну, я открывал паки по... Ну, в общем, неважно. Давайте начнем открывать паки с классики. В классику добавили новые карты, между прочим. Я не помню, как они выглядят, но я надеюсь, что мы их достанем. Обидно в том, что я вчера открыл один пак, и в нем выпала легендарка. Было бы круто, если бы мы сегодня открывали, начали бы паки, там выпало бы тоже легендарка с первого пака. Ну, пока что я чую ничего нового в классику. Ну, из классики у меня очень много карт, в основном мне не хватает легендарок, ну и в золотом виде что-нибудь бы достать. Все остальное, вау. Кинарий. А я не помню, не было ли у меня кинарий, прям вот... Просто совсем как-то есть предположения какие-то, что у меня... Ого! Грул! Стоп! Почему мне кажется, что у меня все это есть? Сейчас давайте прям проверим сейчас. Потому что что-то я... Нет, у меня этого нету. А почему мне казалось, что они у меня есть? Вот насчет Грула, я прям что-то... Ну, насчет Кинария не был уверен, насчет Грула мне казалось, что у меня был. Ну, бог с ним. Так, ну, у нас здесь есть Ведьмин лес. Эпик. Блин, ну, 2 леги за раз. То есть, неплохо. Я еще вчера вытащил 1 легу. 3 легендарки с 17 паков. В общем, не будем про это, что я вчера вытащил. Так, бумный день. Бумного дня, по-моему, я много открывал. Нет, чего я много открывал, так это вот этих вот паков, и опять их много. Так, ребят, сори, вообще забыл название дополнений. Вот эти расстрелы игрыши. Ну, золотая карта, неплохо. Я же покупал предзаказ, как вы помните, за 2800. Не будем об этом. Еще, о, легендарка. Неплохо. Блин, ну на чернокнижника. Ну, в принципе, может быть, я наконец что-нибудь составлю и чем-нибудь поиграю, потому что. Ну серьезно. Вот играть нечем. Играю только чудастером золотым. Да. В принципе, нормально так. В основном я, вы знаете, в этих видео просто болтаю, то есть, несмотря на то, что открываю, просто хочется спокойно поболтать. Это такие видео, где я просто. Делюсь своими впечатлениями, а неважно на какие темы. Ну и параллельно, оу. Кто знает, сколько я легендарок достал сегодня? Кто-нибудь читал? По-моему, это уже 4-е. А что-то это не похоже на Hearthstone, либо я просто давно в нем не был. Блин, я что-то не ожидал такого. 4 пака осталось, я уже ни во что не верю. Может быть, я здесь вытащу... Я не знаю, короче. Но это что-то прям какая-то Blizzard, это подкрутка, да? Я все знаю. Ладно, не суть. Давайте, может быть, такими темпами и подписчиков мне кто-нибудь прибавит. Ну, пожалуйста. Ладно, так, ну, 2 пака осталось. Ну, not bad. В принципе, ребят, получилось такое открытие неплохое. Я теперь, конечно, буду все пакетики будут. Оу, и под конец еще 1 легендарка. Круто. Разбойник. Ну, вот, я думаю, вы знаете, что я ненавижу класс разбойник. Поэтому, я не знаю, что сказать на такой ноте. Как бы, с одной стороны, здорово, с другой нет. Ждите сегодня это... А, ну, вы смотрите его, это видео, да. Оно должно выйти сегодня, то есть, вот, смотрите. 10 июля, и еще сегодня должно выйти еще один ролик.
Мувизор, в общем, не буду говорить пока о чем он, но я думаю, многие могут догадаться. С вами был, как всегда, Тимон 984, который не обленился, который заново начинает снимать видео. Всем удачи и пока-пока!